Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Bulgakov Play. Мы продолжаем проходить It Takes Two. Все, как это называется, все технические моменты в прошлый раз были исправлены, мы продолжаем. Извиняюсь, что так рано это все и неожиданно закончилось в прошлый раз. Мы здесь немножко поковырялись и разобрались, как залезть наверх. Один, как я и предполагал, забрасывает с любой частотой, с которой удобно. Да не туда. Эти магниты. Второй залезает, а потом вот так делает. Так, все, я на месте. Мы тут махнулись. Так, мне теперь нужно... Чего? Мне дальше нужны магниты. Вдоль стены. Теперь горизонтально мне нужны магниты. Вот отсюда и влево получается. Да. Ну, цепляйся. Нет, не туда. Ага, и вверх теперь. Ты чего цепляешься-то, дура? Ага. Да-да-да. Хорош. Фуй, блядь, это напряжно. Так, дальше опять по горизонтали. Я вот. Только меня не пристрели. Куда, не вижу. Да. Короче, сопровождаю, у меня тут с камерой полный пиздец. Она почему-то перецепляется, когда хочет. Нормально. А дальше куда? Ага. Ага, ага, все, спасибо. Так, я по идее на месте. Ты стрелял лучше, чем я пострелял, на самом деле. Так. Отлично. Ну, мы так решили побыстрее, чтобы не соскакивать, не слетать. Я сам чуть не слетал. Так, что-то открылось в центре. Какая-то крутилка, запомню. Ага. О, птица. Можно за птицу зацепиться. А тут вот где ты стрелял из магнита. Вот, наверху посмотри. Ну, надо залезть повыше. Вон туда, к магнитам иди. Я оттуда улетел. Да, и вот туда залезь наверх. Вон тебе, видишь, крючки. Я тут пока по льду. О, черепаха. Я катаю черепаху. Да, да ты там спрыгнешь. Вон, видишь, я там катаюсь. Вон квадратик, все, спрыгивай. Ну все, да, я на месте. Нажимай на Игорька. Вход левее. Это стекло, кстати. Вот, видишь, как стекла моют? Даже не различишь. Да поехали. Там за окном салют, между прочим. Так, мы куда-то поехали. Значит, на людей даже не похож. Ой, романтик.
You told me you got my gifts before we got here. I did, but I left them at home. You could have told me, instead of spending money on new gifts. I was worried you'd be disappointed. Of course not. I could have waited for my Christmas presents. But what happened to the gifts at home? Oh, I hid them. Those were your presents the next year. Smart as always, May. Умна, причем тут находчива. Так, и че это, блядь, там бар. Пойдем в бар, быстрее. Мне надо в бар. Так, и че? Well, hey! We got ourselves a party! Awesome! Yeah, this is more like it! Че, Бухич? А, это моржи, блядь. Или нет? Так, а че? Я себе шляпу взял. И чё? А, нам дальше пошли. Хочу синюю, я буду... О, во, вот его. Я буду в этом... Как это называется? Цилиндр. Во. Догоняй. Я не еду, я бегу. Спид. Чё надо-то? Гонки. И... Это, наверное, мини-игры. Как это, слалом или сани? А ускоряться есть? В смысле? А за пределы можно вылететь? Блять, это как... Ага. А нечего мухлевать, подрезать на трассе. Ой. Эй, я хотел трюк сделать. Блять, это объезжать, что это такое? Мы внутри у рыбы. Бомби-дик. Я не знаю. Получается, я тебя подталкиваю, короче. Хуя себе. Или это, скорее всего... Это что такое? Мы летим в трубу. А и? Надо сесть на сани. Бля, это интересно сделано. Да, не понял, правда, зачем, но... Типа, зимние развлечения, либо... А, это, скорее всего, да. Это не мини-игра, это перемещение, как обычно. Ну, давай, играй. Да, не подвисай. Вот. Победил. Блять, да не подвисай. Lighthouse will take you to the top of the mountain. Just follow its light. But the light's not on. Sometimes. Подводный мир? Ты же, блять, книга, ты намокнешь. Че, прям это, да? Так, плыть. Рывок. Блять. Плыть так... Сука, плыть, короче, сделано так же, как это. Как на птице. Тупо, да, блять. Так, и чё? А это... А зачем мы сюда нырнули? А, погоди, мы откуда приплыли?
Нам вот туда. Да, ты правильно плывешь. Неужели плывет нормально? И чё? Сейчас магниты, да? Мой какой? What is that machine? I think it's right under the lighthouse. И чё? Я тяну. Давай ты. И ко мне. Всё, нас смыл в толкан. Или и не летать. Управление уродское. Сделали бы обычное. Плывешь вперед, плывешь. Все. Или там нажал, плывешь, а стиком управляешь. Какуля? Не делай вид, что ты его понимаешь. Say what again? You see those generators over there? Repair them, and the sweet candy will flow again. А мы тут при чем? Okay. So, don't tell me. We're just gonna bring the sweetness back into our relationship. Of course. Without sweetness, our relationship will die. Yeah, right. Just throw us some sweets, and we'll cancel the divorce. Sweetness comes in many forms. Men. When was the last time you thanked Cody for taking care of everything in your home? And when have you shown May some appreciation for working overtime to support the family? Huh? 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 Well, there was that time when, you know... Mm-hmm. Exactly. Now, turn on the candy production and make the sweetness flow again! Хочешь сладости? У меня есть кекс. Так, и чё, блядь? Нам туда, что ли, прям? Так, а чё такое? Вот это вот, чё такое? Подожди. Вот это вот, чё за мины? Они двухсторонние. Короче, с помощью них можно ускоряться. И тебе, они двусторонние. Так, и чё? Там он внизу что-то. Ну я вот спустился. Это повернуть надо как-то. Ой, бля, рыба. Она сейчас меня съест нахуй. Тут, короче, пробоины, и её нужно заделать. Их три штуки. Три. Отъебись! Есть мысли? Да. Так. Нужна какая-то отвертка или не отвертка? Погоди, что там на дне лежит? А, во, понесли. Ключ. Я один край взял. Плыви ко мне. На маркер. Ну, точнее, давай, пытайся плыть. Левее, да? И вон, видишь? А тебе к левому краю. Цепляйся и поплыли. Вместе. К этому, к болту. Сейчас, подожди. Подожди, тут сейчас это ебала. Тебя не съели? Поплыли к болту. Мы к разным болтам плывем? Ну ладно. Я поплыву за тобой. Ага, ага, давай, давай. Ты тянешь, я это помогаю. Наверх. Наверх на. Ты за болтом. Поднимайся наверх. На. Да. И теперь влево. Ага, теперь вниз на Б. Ага, ага, ага. Блять. Так. Oh, not this way.
Ёб твою мать. Хорошо. Здесь. Твой край с другой стороны. Давай это. Ага, тяни. И аккуратненько наверх поднимаемся. Он застрял в текстурах, блядь. О, вроде вытащили. Нет? Вытащили, отлично. Так, сейчас эта хуйня поплывет. А где край? Вниз, вниз. Вниз опускайся, еще вниз. Ага, и теперь вместе. Ага. Давай. А теперь плаваем вокруг. Только аккуратнее, там эта ебучая рыба. Готово. Теперь нам надо ее вести. Бля. Ну, со всеми бывает. Я вон там. Вон там, где зеленая отметка. Ага. Держу край. Ага. Еще две. Ага, вон туда поплыли, к дальней. Ну вот, за мной плыви. Вон, вон, да. Если рыба нападает, то бросай и уворачивайся. Блин, ты очень неудоб. Ага. Я плыву. Так, если что, взял. Один потихоньку тараню. Давай ты, если что, там... Блядь. Какой-то круг она берет. Давай ниже опустимся, все. Под ней проплывем. Ага. Вот называют целеустремленное. Спускайся вниз потихоньку. Так, так, стоп, стоп. Стоп. Повыше. Повыше. Так, теперь на меня. Бля, ты можешь сам накидываться? Он, сука, боком встал. Поплыли. Почасовой. Ты чё, я отцепился. Плывет. Так, я возьму ключ. Еще один. Блять, иди сюда. Короче, не-не, он там это опять в текстурах застрял, и я без тебя никак. Это очень неудобно, прям. Как дела? А, ты давай типа наверх. Во, вот так. Да. Вниз, 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 рыба съест. Так. Ебать, у нас как это, как батискаф. С фонарем ключ. Так. Рыба заходит на круг. Кос... Живо. Так. Высоковато. Или что происходит? Ништяк. Этот прям, блядь, практически с первого раза насунули. Давайте больше без таких заданий. Только ты сказал, только не плавать, и тут, блядь, задание закручивать эту хуйню. Там, глянь, видишь, третий провод красный. Сейчас скажешь, почините его тоже. Hey,
что делать-то? Назад плыть? Туда? К генератору? Или туда, откуда мы выплыли? Так, ну сладости делать. Поплыли назад. В обратную сторону. Наверх. Я тебе отвечаю, сейчас еще две трубы таких будет. По одной конфеты идут. Тут, короче, зеленое, но что-то не работает. Здесь труба тоже красная. Вот видишь, ускоряешься же. Так, и чё? Хочешь, тебя обрадую? Нам, по ходу дела, по этим трубам плыть. Смотри, вот по этой идут конфеты, поплыли направо. Вот вдоль этой трубы. Ну да. Погоди, стой. Ее камень, наверное, передавил, нет? Смотри, тут камень лежит, а тут есть кран, типа. Ну ладно. Ладно, плыви дальше. Я посмотрел, там что-то ничего интересного. Ну, по идее, типа, подводный мир, его еще не было. Почему нет? Но плавать неудобно. Так, мы куда-то приплыли. Какой-то шлюз. Открываем? Или мы оттуда приплыли? А, короче, это как? Совсем? Ага, тени. К центру. Да. А, тут только вниз и вверх, да? А ты как ускоряешься? Я умер. Тут, короче, одни вентиляторы, да? Ты наверх, да, ты выбрался? Ой, я не зацепился. Там крючок был. Так, можно вон там вылезти. Ой, как хорошо на суше. Может, кинем их нахуй с этими сладостями? Короче, только красненький там магнит. Это для тебя. Я куда-то запрыгнул. Валился. Опять монитор, блядь, моргнул. А, там дальше проход. Я думаю, куда идти? Давай. Погнали. Тут опять крючки, если что.
Что делать-то? Ага, я понял. Кто не работает? Работают. Там веселей, короче, дальше. Нужно вот в эти столбы попадать с водой. Блять, вот я сейчас не попал. А, можно во. Чего? Не загорается? В столб с водой. Чуть-чуть наверх поднимись. Нет. А, ну ты куда прыгнул? Тебя вон в следующий надо, ты в стену. Ты если что, можешь на это... Наверх там заплывать. Ну вот, цепается. Ну ты иногда можешь двойной прыжок использовать, там сейчас вниз поедешь. Ты чем выше поднимаешься, тем дальше тебя подбросит. Хер знает. Осмотрись. Как успехи? Не попал? Блять, я камеру не могу настроить. Слушай, это забавно сделано. Так, если что, вон слева есть столб. Тик. Ага. Не повторяйте этот трюк дома. Хорошо. Дальше по стенам. Ну, ты после прохождения этой игры твой навык прыжков будет плюс 100. Вдруг. Кружим. По очереди, давай. Раз. Блять, давай поближе подойдем. А можно назад как-нибудь побыстрее, типа хуяка мы там уже. Бур добывает сладости. И чё? О. Нас куда-то пускает, чё? Так и чё? Я вот сюда вот. Да, так и есть, там по льду дальше спуск. Все время направо теперь. Рампа. И чё это? Я здесь. Тут бубен. Погоняем. Видимо, на коньках.
На X ускоряться, если что. Ready? Set. Да, готов, готов. Ёпты, ты куда? I'm a speed demon. Ух я себе эти тюлени. Между собой соревновались, а ты упал. Ладно, так, а это если серьезно, то нам куда дальше? Катамараны, блять, что, нам в эту башню? А, вниз, все, просто ныряй вниз и все, в воду. Да, ты не зря туда попал. И как раз вон, да. Я думаю, что не в нее, тут еще есть третья труба. Поэтому поплыли по ней. Что это было? Ты где? Лево. Да. Можешь плыть уже вдоль нее. И? Опять куда-то наружу. Да, опять куда-то наружу. Там рельсина. Вон, да, вон тут подплыви. Ну, короче, я понял. Другую сторону. Но тут это... На самом деле ты не очень далеко продвинешься. Так, я зачем-то вылез наружу. Но тут вот какая-то красная херня. О, ее раскрутить надо, что ли? Подожди, это как? А, это ты, я понял. Так, погоди. Блять. Как здесь плавать-то нахуй? Я не могу свой край взять. Погоди, я за это... Блять, я за куполом, ёбаный в рот. А, подожди, и ты за куполом. Ой, пропусти свой. Я не могу взять свой. Чё делать-то, блять? Здесь есть отверстие. А ну-ка, если мы внутрь заплывем. Вот, там по центру дыра. Открыть должна. Тебе нужно магнитом как-то открыть банку. Ну да. Попробуй подтащи. Свой край вот сюда. К выходу. Но у меня просто не цепляется. А, ну тут красная, потому что... Вот туда. Ну да, вот к этой дыре. О, вот так. Не. Так, что-то я нихуя не смекаю. Говорит, он сказал, Мэй, ты должна открыть мне проход. Она сказала, хорошо. А как это, блядь, сделать? А, во! Действительно. Тебе вот за эту хуйбылду надо потянуть наверх. Ага, я внутри. Теперь. Вот. Это херня, это мостик. Мне его нужно немножко опустить. Не-не-не, тебе теперь нужно вот... Да, не, не вот эту, а вот этот пропеллер, который внутри. Вот эту штуку. Вот эту чуть-чуть опустить вниз.
А, помимо того, что опустить, развернуть ее на 180. Ну ладно. Ну ладно, пусть будет так. Ты ее это... не крутишь. А мне нужен мостик. Давай попробуем. Кто здесь? Да за верх возьми, да и все. Стой, куда? Назад. Назад. Мне нужен... Ты зачем его туда повез? Ты что делаешь-то? Верни мне мост. Вот, теперь вот туда вот под трубу опускайся. Ага, 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 ага. И правей. Топ. Я был, чуть не прыгнул. Так, стоп. Стоп, ничего не делаем. Ага. Теперь веди меня направо. Налево, налево, у себя налево. Только ровно. Вот это да. Ага. Чуть-чуть, стоп. Стоп. Так, теперь. Oh, hey, mate. Нежней, стой, вот так. Так, теперь. А чё, я с этим ничего не могу. Теперь тебе нужно... Мне нужно вообще вон туда. А, просто бери за второй край, за второй край. Потому что там стена. Садись, покатаю. Если бы вы знали, как мне страшно здесь стоять на этом мосту. И веди его теперь также налево. Только, пожалуйста, опустись на его уровень, а то ты меня скинешь в лаву. Вот, теперь плыви налево. Туда. Да. Я тебе скажу, когда стоп и плыви вниз. Еще. Я думаю, в принципе, я запрыгну. Спасибо. Это было самое страшное испытание в этой игре. Но на самом деле, я, к слову, очень неудобно здесь плавать. А помимо того, что здесь надо плавать, еще какие-то манипуляции с чем-то производить, это адски неудобно. Вот мы ключ набрасывали, и вот эта херня, это просто некомфортно. Не плывет так, как обычно происходит. Теперь нам назад. Только не говори мне... А, тут открылся проход, отлично. Или нет? Нет. Открылся проход к тебе напрямую в плане. Плыть нам в любом случае вместе. Да назад. Вон на квадрат.
Да. Ключ по центру крутим. И куда-то сейчас мы свалим. Я надеюсь, что совсем из водного мира. Да, нас сейчас высосет, видимо. Все, прощай их. А, мы на вершине горы, нам нужно зажечь. Ну, все взрослые люди тут, все знают, как зажечь. А, ты побежал уже? Я думал, это катсцена. В смысле? Давай, толстячок. Не отставай. Он еле бежит. Стой, подожди. У меня экран закончился. Ну подожди. Вернись назад. Я не могу. Он останавливается, втыкается в край экрана и говорит, я больше не могу. Говорит, я устал. Сейчас поедем. Или тут что-то зажечь надо. Короче, ладно. Лампочка, это маяк, ёптать, я тебя обогнал. Так и чё? Он не прыгает. Пошли, ты куда? А ты... А, ну... Побудь в моей шкуре. Ты зачем вниз спускаешься? Алло, в другую сторону. Так, жмем кнопки. Заебищный уровень. Начинает от этих башен и вот этот весь подводный мир. Я сам хотел на гирляндах кататься. И поедем. Пуля. Так, застегнулись. Опять. И опять на полчаса катсцены. А нет? Нет. Я ошибся на полчаса. You know, we haven't been on vacation since Rose was born. Really? Mm. Has it been that long? Yep. Mm-hmm. Why did we stop going skiing? Well, Rose was born. Родилась Роуз. The bills piled up. Yeah. Yeah, I guess. Ugh. And then we had that leak in the roof, remember? Oh, don't remind me. Maybe once we've sold the house, there might be some money left over for a weekend trip. Hey, you could take Rose to Waterland. Yeah, it's a great idea. Yeah. She's been bugging us all summer to take her there. Они уже вместе план строят. When it's my turn. Yeah, she'll get to go twice. Double the fun. Yeah. Yeah, double the fun. Он-то, видимо, не хочет разводиться. Speaking of fun, let's race. Все, погнали на коньках. А, подожди. Ну-ка. Я на рампу. Это здорово сделано. Ебать. О, рельсина. Ты как постоянно меня обгоняешь? На самом деле погонять здесь прикольно. Да, не умираешь. Не, ну умираешь, конечно, умираешь. Вот прикинь, у тебя такие ордаки бы были, гоняют, блядь, на этих. Как это называется? Коньки. На коньках как безумные. Месть. И чё?
Все, приехал. И что это? Не понял. Там вон какая-то штука. Туда лезть наверх можно. Что это такое? А, вытяни этого. Так, а нахера он нам? Тут вряд ли запрыгнешь от стены к стене. Так, я придумал, смотри. Смотри, тянем его вон туда. Я его могу дотолкать. Вон туда, я запрыгиваю на него. Ты меня заталкиваешь туда. Я что-то сделаю. Ты не запрыгнешь. Ага, все, толкай туда, обратно. Да, в эту дыру. Ну, наверное, да. Подожди, стой, там крючок я видел. А, нет. Или да, или... А, вот, стой, сейчас. Стой. Сука! Короче, они казались ближе, чем надо. Так, все сначала. Ну, прости, я тут. Ага, отсюда я запрыгнул. Наверное. Ага, тащи. Можешь вот к этим бортикам туда, вот сюда, да? Ага, и туда еще. С другой стороны, да. О, отлично. Да, думаю, что я допрыгнул. Да, отлично. Так. Здесь что-то могу разбить. Так, иди ко мне, здесь можешь залезть. Только там вокруг обеги. Ага. Да, и вот сюда. Ага, все. Сейчас по рельсу куда-то поедем. Может, нахуй из этого бренного мира? Да. Зимний прикольный, подводный неприкольный. Так, что, тяни? Подожди. Получается, ты можешь запрыгнуть наверх. Смотри, смотри. А, не, ничего не тяни, ничего не тяни. Иди сюда. Запрыгивай наверх. Я цепляюсь за крюк, ты меня тащишь до следующего крюка. Так, стоп. Все, тяни. Вот эту пипирку туда. Ага, теперь тупо тяни сюда. На дальнюю. Прям на максимум ее. И сейчас жди. Ага, все, теперь тяни эту туда. Это такие детские загадки. Но, опять же таки, друг без друга никак не справишься. Все? Все на месте. Так, это, наверное, надо вот так. А что это такое? Продолжение? Блять. Там с прыжками, если что. Я бы тебя засмотрелся. Там дальше примерно то же самое все будет.
вот на эту херню потом через РБ. Блять, слетел. Ёптать. Ну и все то же самое, одно и то же. Перепрыгиваешь ямы, там где эти хребты, за них цепляешься. Ёптать. А почему ты не зацепился-то? Я нажал. Вообще выглядит весело. Оно тебя радуется. Ты чё не радуешься? Ну ты меня почти догнала. Что там, скоро финиш. Тут замок с двойным сердечком. Ну, на этой херне сбоку можно доехать. О, смотри, домик. И? Сила любви разрушила все замки. Иди нахуй отсюда. Кокошение. Смешно. После как и смейся. Okay, что-то рушится. Еще, походу, дело надо будет перепрыгивать. Блять, опять ехать. Нихуя не вижу, лучше, наверное, не ускоряться. Так опять все рушится. Почему всегда все рушится? Ни с того ни с сего. Тут хотя бы книга сказала, а прошлый раз взрыв нахуя был. На самом деле, даже... Давай. На самом деле не напрягает. Ты меня догнала, да? То, что рушится, опять же таки, заметно. Очевидно, что ничего не случится. Так, это магнит. Вперед. Нас тут это, если что, стеной разделило. Давай тогда уже все, на этом на сегодня закончим. Серия уже и так подзатянулась. До вершины доберемся уже в следующей серии. На этом на сегодня все. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.